Здравствуйте! В прошлом году я делал обзор, распаковку вот этого вот набора от звезды с набором ниндзя. Дополнение к игровой системе битвы самураев. И тогда бы я собирать эти фигурки не стал бы, уж очень мелкие детали. Ну, теперь я немножко натренировался на солдатах Наполеонику и собрал этот набор. Три фигурки в этом наборе изображают ниндзя в крестьянской одежде. Вот, вооруженный каким-то серпом. Это первая фигурка. Специально для таких отрядов существуют отрядные подставки, на которые ставятся эти фигурки. Вот. Так, следующая фигурка. Опять же, ниндзя в одежде крестьянина. Это вот накидка. Не очень видно, но на арте хорошо видно, что она из какого-то растительного сырья сделана такая накидка. И вот эта фигурка с такой накидкой. Третья фигура этих псевдокрестьян в полуприседе и духовой трубкой. Другие две фигурки. И более привычного вида ниндзя. То есть весь из себя в черном замотанный. С мечом и с сюрикеном в другой руке. Его тоже на подставку. И наконец пятая фигурка. Вот такой вот воин с мечом, и сбоку у него то ли нож, то ли щек, то ли какая-то трубка непонятная. Интересные фигурки. Интересно их было собирать. Вот. Весь отряд целиком на отрядной подставке. В центр можно установить флаг отрядный. Как показано на рисунке. Собирать было, ну так, средняя сложность. Больше всего доставило неприятности. Здесь надо было присоединить пол руки вот с этим сюрикеном. Очень маленькая деталь. Когда она упала на пол, пришлось ее долго выискивать. Да и вообще, работать с такими маленькими деталями моим пальцем довольно сложно. Но все же я собрал. И теперь буду потихонечку собирать еще три имеющиеся у меня коробки
японской вот этой тематики. Спасибо за просмотр.